Одно из лучших мест для фарма вот находится в Зулдазаре, 58-19 координаты. Тут прям до хрена мобов, берете пати, собираете, фармите. Падают шмот, дофига просто. Это самая лучшая точка вообще для фарма, которая есть. Также есть в Алдоне, в Зулдазаре, ой, в этом... в Назмире. О, кстати, надо сходить, пофайтиться. Но вот самая такая топовая, больше всего шмоток падает именно здесь. И постоянно рисуются мобы. Конечно, все это понерфили уже, потому что раньше было гораздо больше денег с этого всего получал. И шмотки выпадали чаще и маунта. То есть был какой-то нерф от близов. Но все равно, как бы, до сих пор выгодно. Вот можно запросто скопить себе на жетон. Там, как бы, за игру вообще платить уже, я считаю, не надо. Это уже для бичей. Вся хуйня. Поэтому вот. Фармите на здоровье. Еще раз показываю. Вот находится между Назмиром и Зулдазаром 58-20. Прям точные координаты. Берете монаха в пати и просто вкалываете. Смотрите, вот сколько я нафармил всего лишь за час фарма. То есть вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть стаков в целом. Ну, как бы очевидно. Сейчас посмотрим, сколько это будет стоить на аукции. А, и плюс я еще кучу зеленки всяких продал. Упала одна синяя шмотка, которую я тоже нечаянно продал. Так что вот. Я считаю, что больше не нужно оплачивать подписку. К сожалению, цены на ткань, на шелк падают, поэтому все это уже не так дорого стоит. Но тем не менее, вот по 5-8 тысяч можно спокойно в день зарабатывать, там играя по 2 часа, грубо говоря. Мне кажется, это очень неплохо, и на жетон вообще изи фармится. Плюс вы еще там делаете локалки, это еще дополнительная голда. Поэтому, ну, бедными точно не останетесь.